just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher, and to feel a desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-doop-be-dum, boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Tiddly, 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 dum, ba-boom-be-doo. Анна Аршава один в один в образе Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню. Аня, присаживайтесь. Здравствуйте! С вами Оксана Пушкина, в эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшнюю историю мы назвали «Проклятие Мэрилин Монро». Пародии на известных людей – достаточно модная тема. Недавно на Первом канале с огромным успехом прошел проект «Один в один», в котором наши звезды эстрады с увлечением выступали в образах мировых кумиров. Она пришла с криком о помощи. Анна уверена, ее преследует проклятие Мэрилин Монро. Все мужчины используют и бросают ее. И мне так же, как ей, очень трудно верить с мужчинами. И также у меня боязнь уже новых отношений. Сердечную рану помог излечить радиоведущий Кирилл Комарзин. Полгода Аня прожила с ним в гражданском браке, но ревность возлюбленного довела ее до отчаяния. Ей говорил то, что я не потерплю, я не смогу принять постельной сцены. После вот этой вот сцены в фильме, где вот я снялась голая в легенде, то, что он узнал, то, что я его еще обманула, а я побоялась признаться. У нас окончательный разрыв происходит. Вот это было пиком. Таких девушек, как Аня, таких хорошо держать в любовницах, но не в женах. Девушка еще ни разу не была замужем, и у нее нет детей. Анна не знает, как дальше ей строить свою жизнь. Анечка, ты когда-нибудь хотела сделать вот пластическую операцию, чтобы один в один быть похожей на Мэрилин Монро? Вы знаете, я никогда не хотела никаких операций делать. Первый человек, кто меня увидел на Мосфильме, он сразу сказал: «Как же ты похожа на Мэрилин Монро! Ты просто она!» И меня стали приглашать в фильмах играть Мэрилин Монро. Скажи, пожалуйста, вот происходят, как я поняла, в твоей жизни такие же, да, ну не такие же, но подобные драматические ситуации? Я каждый раз натыкаюсь на одно и то же. То есть все мои отношения, они заканчиваются ревностью. У нее все браки заканчивались ревностью. Вот один из браков у нее закончился как раз после того, когда ее муж пришел на съемочную площадку, где развивается белое платье, и это была последняя ночь их вместе. То есть они поскандалили, и они из-за этого разошлись. То же самое, что у меня. Давайте вспомним историю самой загадочной женщины мира. Кто создал эту женщину? Бог или дьявол? Это останется загадкой для всего человечества. Мэрилин Монро – кумир миллионов.
любовница самых влиятельных и известных мужчин, величайший секс-символ. Весь мир лежал у ног богини Монро. Чем больше росла ее слава и богатство, тем беднее становилась личная жизнь. Успех забрал у нее все, а самое главное – семейное счастье. Ее как будто преследовал злой рок. Ни один из многочисленных мужей и любовников так и не сделал ее счастливой. Она будто не могла вырваться из объятий темных сил. Не смогла сохранить семью. Все ее браки распались, а после ухода Мэрилин из жизни произошла таинственная череда смертей. Джон Кеннеди, а спустя год Роберт Кеннеди. Будто бы Мэрилин передавала привет с того света. То есть ты с какого-то момента стала прослеживать вот эту взаимосвязь? Во многих отношениях мужчины и рвут мои наряды, и не могут они смириться с тем, что вот я снимаюсь в кино, там, хорошо, посвящаю этому времени. А если оно идет череда таких событий, может быть, ты даешь поводы? В том-то дело, мне кажется, я повода не даю. Кроме того, что я полуобнаженно снимаюсь, но поводов, это твоя работа. Поводов, угу, мне кажется, я не даю. Если есть мужчина с большой буквы М, то он никогда в жизни не будет ревновать свою женщину, он будет в ней уверен. Вот и все. Это просто ты такой хороший у нас, понимаешь? А в принципе, мужики, вы ревнивцы. Если к твоей женщине оказывают знаки внимания, то лично в моей жизни мне всегда это только добавляет чести и гордости, что я пришел с самой красивой женщиной. Все. Лично я бы, ну, не захотел бы действительно, чтобы вот видеть свою девушку или женщину, возможную мать моих детей, снятую обнаженной в каком-то фильме. Да, либо да, но и фильмы бывают разные, вы же понимаете, да, что одна история – это красивое кино, а вторая история – это дешевое порно. И здесь нужно очень четко понимать грань. Ну хорошо, Анечка, давай узнаем, чего же хочет твой Кирилл. Я не знаю. Встречаем Кирилла в нашей студии. Кирилл Комарзин считает, что его любимая слишком вжилась в роль Мэрилин Монро. Он сильно переживает за репутацию своей избранницы. Мэрилин Монро сама по себе была девушка и актриса такого облегченного поведения. Мне бы ни за что на свете не хотелось бы, чтобы этот образ проецировался еще и на Ане. Кирилл не раз уговаривал Анну бросить свою работу и создать нормальную, полноценную семью. А главное – родить ребенка. Она снимается голая. Если она пропадает на этих съемках, ее просто не бывает дома. Мне всегда казалось, то, что нормально тогда, когда дома есть какая-то еда, тогда, когда у женщины даже к мужу есть какие-то материнские чувства, то есть она его хочет накормить, что-то приготовить. Кирилл признается, что очень ревнует Аню, и его приводят в бешенство ее постоянные и откровенные фотосессии. А после постельной сцены в фильме, который вышел в широкий прокат, молодой человек решил закончить отношения. Ей говорил то, что я не потерплю, я не смогу принять постельной сцены. Вот это было пиком. Таких девушек, как Аня, таких хорошо держать в любовницах, но не в женах. Кирилл, скажи мне, пожалуйста, ведь ты познакомился с Аней, когда она была уже в этом образе. Да, совершенно верно. То есть ты клюнул на этот образ? Да, что да, же да. Теперь? Тогда, когда мы с Аней начали встречаться, и до этого, когда только познакомились, этот образ для меня казался в то же самое время и страстным, и нежным, прекрасным, замечательным. Аня стала часто выступать именно в этом образе. В этом образе... А еще в каком-то она может? Ты еще можешь в каком-то другом образе? Я подскажу, в каком образе она выступает. Она выступает... обнаженная и почти обнаженная. Даже в образе Мэрилин Монро у Ани, насколько я знаю, есть другое платье, которое прозрачное. Она одевает его без трусов. Я по улице не хожу в платье без трусиков. А в чем ты ходишь, Анечка? Я в трусиках хожу. Нет, Анечка. Под платьем. Но что касается этого костюма, оно продумано стилистом так. Аня. Оно прозрачное, кружевное, в этом платье имитация голой спины. И если бы я одевала трусики, а было бы видно, и было бы это не совсем понятно. Ну, вот этим это и объясняется. Пускай все смотрят на платье, которое одето без трусиков. Замечательно. Не, ну хорошо, смотри, но это ее работа, я все никак не могу понять. Зато красиво. Нет, смотрите, работа актрисы. Актриса может быть комедийная, актриса может быть драматическая. Совсем не обязательно раздеваться.
добиваться и быть актрисой. Я знаю, что ты и в порыве ревности у нас и платья все порезал. Ее. Был момент. А как? Это надо было довести все-таки человек. Это было после того, когда Аня должна была сниматься в фильме, который вышел недавно в мировой прокат. И я просил Аню, чтобы она не допустила, чтобы в этом фильме была постельная сцена. И представьте себе, Аня сказала то, что все нормально, все было деликатно, все было хорошо, без всяких раздеваний и постельных сцен. И представьте, или поставьте себя на мое место. Я прихожу с друзьями в кинотеатр. Анечки в это время не было в Москве, поэтому на премьере был я с друзьями. «Давайте посмотрим на мою девушку», — сказал я. Здесь один эпизод, все хорошо. Я выдохнул. И тут следующий эпизод, тогда, когда Аня просыпается на следующий день с главным героем в постели абсолютно голая. Что сказали друзья? Выдохнули. Вначале друзья надо мной смеялись, потом они мне сочувствовали. Значит, такие друзья у тебя, Кирилл. Так, может быть, вот это тебя задевает, и ты в своих там уже, я не знаю, фантазиях дошел до того, в первую очередь, что у нее есть кто-то? Конечно, у меня и такие подозрения есть, тем более уже как 2,5 недели мы с Анечкой не живем вместе. Мы прожили полгода. Скажи, Кирилл, ну повода пока вот такого конкретного она не давала, да, для ревности? Нет, для меня съемка в голом виде – это конкретный вот, это повод. Вышел фильм в мировой прокат, где ты голая, где видна твоя грудь. Класс! Класс! Наслаждайся! Арчи! Наслаждайся! Я наслаждаюсь дома! Вся история заключается в том, что огромное количество мужиков смотрят... смотрят и вожделеют, а ты и говорит, вот какая у него жена, класс, там девушка. Пусть они смотрят, но не тогда, когда она голая, потому что это совсем лично. То и то, что у Ани такой плотный нет график. Нет, в этот самый в интернет к ней не заглядываешь. Анечка, сделайте еще пару Сейчас, подождите. Я могу рассказать об одном моменте, как раз о съемке Ани в этом фильме, который недавно вышел в прокат. Она мне позвонила и сказала то, что съемки закончились, и она посидит немного с коллегами, с операторами и с подружками. Но потом оказалось, что все-таки Аня была все это время с главным героем, с которым, видимо, сидела как раз после съемок постели. А это тебе кто-то донес? Да, мне сообщили об этом. Доброжелатели. Кирилл, а если бы вас пригласили сниматься обнаженным в какой-нибудь вот известный фильм, хороший режиссер, вы бы пошли на это? Я бы сделал так. Я бы посоветовался со своей второй половинкой. И если бы она была бы против, конечно, я бы отказался бы от такого предложения. Какой секрет, а? Какой секрет? Анна уверена, ее преследует проклятие Мэрилин Монро. После ухода Мэрилин из жизни произошла таинственная череда смертей. Джон Кеннеди, а спустя год Роберт Кеннеди. Будто бы Мэрилин передавала привет с того света. И мне так же, как ей, очень трудно верить с мужчинами, и также у меня боязнь уже новых отношений. Таких девушек, как Аня, таких хорошо держать в любовницах, но не в женах. Я хочу сейчас...